Друзья мои, начинают зацветать бузульники. Вот такие бабухи. Коробочками нельзя их назвать. Целые коробки. И внутри полно-полно соцветий, которые вот так раскрываются. Потом они будут еще крупнее. И на них будет очень много пчел и бабочек. Такие они огромные. Вот это уже другой сорт. Он чуть попозже. Но вот уже показывает, что он хочет цвести. Посмотрите, какие огромные. Огромные. Здесь соцветия будут намного больше. Крупнее, чем вот этот сорт. Не помню, какой, как называется. По-моему, называется Дездемона. Ну, посмотрю по записи. Нет, ну вы посмотрите, что творится. Вот. Видите, что внутри находится? Вот такая красота. Вот так вот зарождается красота. Вот так вот. Так, это третий сорт. Вот. Начинает выскакивать. Вот из этой коробочки. Вот посмотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Как минимум шесть будет вот таких ромашек. Это тоже другой уже сорт. Четвертый. Все разные соцветия будут. Все разные. А этот уже вот в таком состоянии. Посмотрите, вот этот букет. Ну вот разве они не красивые? Кожистые листья. Кожаные. Красивые. Каждый лист по-своему красив. И сверху все украшают себя такими ромашками. Вот какой лист. Удивительное, конечно, растение. Бузульник. По своей красоте даже не знаешь, с чем его и сравнить. Ну, вон просто украшение сада. Как самостоятельное отдельное растение. Вот эта поляна у меня вся в бузульниках. Они растут в горшках, уже зимовали, их даже не оторвать от земли. Вот там что творится, некоторые вообще просто приросли. Приросли. Огромные экземпляры. Они все будут цвести. Видите, уже розетки. Практически на всех розетки. Ну, не знаю, наверное, тут сорта три. Сейчас даже боюсь сказать, сколько. Ну, вот по листикам можно определить, что один листик более светлый, а другой более темный. Так что, кому нужны бузульники, пожалуйста, пишите. Вот уже здесь сидят улитки и едят. Вот такие дырки. Это они съели. Это паскудник будет расцветать. Тоже в горшочке растет.